Ну что же, видео о том, как сделать вот такую трекинговую палку, в принципе, уже вместе с темляком, или там перчаткой ее называют. Как ее сделать из обычной лыжной палки, смотрите видео, я все подробно опишу. Это вот так будет выглядеть ручка. Вот так эта ручка вместе с темляком и перчаткой, ну, или я называю это еще перчатка, так она в сборе и на руке. Удобно, выглядит приятно. Самостоятельно можно изготовить в течение пару часов. Смотрите видео, все сможете увидеть, и затем покажу, как ей пользоваться. Это так называемая трекинговая. Ну, в принципе, от лыжной она, собственно, ничем и не отличается, если ходить по грунту, а не по асфальту. Если по асфальту, то нужно будет делать пятку. Ну, у меня сельская местность. Буду ходить по грунту. Перчатка удобная. Нагрузка не на кисть, а на вот здесь снизу. Одевается удобно. Смотрите. Ну что же, приступим к изготовлению нижней ее части. Вот такой. Для этого нужно снять кольцо. Или разогреваем, снимаем. Или если у вас получится не разогревать там феном или в кастрюле с горячей водой, она тогда вообще пум выпадает. Просто выдавливаем. Это уже не пригодится. Да. Ну, собственно, все, практически все готово. Осталось только, чтобы она не выглядела вот так, одеть термоусадочную. У меня термоусадка размером 30 на 15, диаметр 30, диаметр 15, она с 30 до 15 усаживается. Ну и все, меряем, сколько нам нужно, отрезаем. Режется обыкновенными ножницами. В длину она не усядется, усядется только в ширину. Потом эти надписи, эти можете оставить, можете не оставлять. Растворителем оно снимается. Ставим и нагреваем феном строителем. Обыкновенный строительный фен. Ну, по сути дела, половина палки уже готова. Так немножко, чтобы она зашла и с одной стороны, и с другой, и обхватила. Полки уже готово. Теперь можно ножничками немножко маленькими в каких-то местах подрезать, если вас что-то не устраивает. Например, вот здесь вот немножко неровно. Можно немножко ножничками подрезать. Все, для того, чтобы сделать верх, необходимо отмерить длину. У меня
Длину подбираете под себя по формуле. Ваш рост умножаете на 0,68. И отмеряете... немножко палки. Это была палка желтая, это белая. Они немножко отличаются высотой вот этого пальца. Высотой... штыря. Я немножко его подрежу болгаркой, чтобы они все-таки выглядели более-менее одинаково. Ну и все. Теперь для того, чтобы они были одинаковые, эту палку нужно просто отрезать ножовкой по металлу. Ну, сейчас к этому приступим. Ну что же, отмеряем, чтобы были две одинаковых палки. Я отмеряю, у меня получается 102 сантиметра до верха. Я уже говорил, вы свой рост умножаете на 0,68 и получаете вашу высоту палки. Я отрезаю немного под углом, потому что у меня форма ручки, как видите, она такая скошенная. Поэтому буду делать так. Угол там большой роли не играет. Ну, собственно, все, верхняя часть уже тоже почти готов. Сейчас только натянем ручку. Что будем, где будем брать ручку, сейчас все покажу. Ну, вот и ручка. Подобрал себе такой, есть разные шланги, вот это без внутренней тканевой прослойки шланга, это с внутренней, ну, суть в другом. По диаметру сюда как раз плотно влазит вот эта труба. Кусочек отрезаем вот так вот обыкновенной ножовкой по металлу. Отрезаем, ничего, что она тут такая покоцанная, мы ее все равно сверху будем облагораживать. Кусочек шланга обрезаем. Ну что же, вот так я отрезал обыкновенный шланг. Я его немножко отрезал под углом. Вы можете и прямо, все зависит от того, какой формы вы хотите сделать свою ручку. Мне почему-то понравилось так. На некоторых так сделано. Я точно такую же сделал. Все, теперь остается в произвольной последовательности. Тут немножко у меня тоже под углом. Поэтому вот так нужно плотно натянуть. Сколько можете рукой. Можете немного зажать в тиски и натягивать. Но желательно, конечно, подобрать такой шланг, чтобы он заходил все-таки плотно. Иначе, ну, в принципе, можно и по-другому, но тогда придется этот шланг на клей садить. Так, у меня так плотно, что я даже засунуть не могу, поэтому я, наверное, сейчас или нагрею, или намочу, чтобы заходило, потому что заходит очень плотно. Ну и, собственно, задача натянуть аж сюда. У меня плотная. Ну и уже почти все готово. Ну что же, после того, как я намочил, стало чуть легче заходить. И я теперь уже, собственно, до конца засуну. Ну, в общем-то, я все практически до конца засунул. Наверное, полностью не буду, чтобы вдруг об руку не черкало. Ну, вот так. Ну, да, у меня штырь немножко, вот этот штырь, он чуть длиннее. Я его сейчас болгарочкой. Так получилось. Разные палки. И штырь чуть длиннее. Сейчас я эти 5 миллиметров болгарочкой срежу. Ну что же, я все сделал, подточил немножко. Теперь они две одинаковых. Что нужно сделать? Старая на чердаке валялась, ее нужно немного помыть, обезжирить растворителем.
и покрасить с баллончика. Ну и уже будет почти готово. Итак, я обезжирил растворителем. Ну и теперь обыкновенным баллончиком, какой нашел дома, белая краска, потихонечку закрашиваем до полного удовлетворения. Значит, я здесь, там, где уже подцепил термоусадку, я заклеил скотчем, чтобы не замазать растворителем. Ну, а на другой стороне ничего страшного, термоусадку буду потом ставить. Ну и все, теперь потихонечку. Большим слоем не нужно. Лучше потом вернетесь еще раз, прокрасите, потому что если будет большой слой, будет потеки. Оно будет. Оно все равно спрячется, но лучше делать по-нормальному. Значит, я делаю так, вы выбираете цвет любой. Я планирую сделать вот точно так же, как эту. Но только буду по всей длине делать такой кубик. Мне больше понравился. Я думал, будет красивее, если с одной стороны белая, с другой вот такое. Ну, наверное, будет красивее, если она вся будет такая. Как это сделать, дальше покажу. Красим в белый цвет и даем хорошо высохнуть. Ну что же, я в принципе полностью прокрасил везде, недокрасы подтянул, подкрасил. Теперь оставляю на несколько часов, чтобы она хорошо просохла, до тех пор, пока уже даже прилипать не будет к рукам, ну и тянуться. Пару часиков пусть постоит, и будем наносить вот такой рисунок, как здесь. Ну, а вы можете просто, допустим, разноцветными баллончиками сделать какие-то чик-чик-чик, там, может быть, полоски. Хотите что-то нарисовать, можете просто купить в магазине велосипедном какие-то наклейки, отдельно продаются, и наклеить какие-то красивые наклейки. Тут уже фантазия ваша, как хотите. Но мы будем красить. Для продолжения нужно отрезать полоску сетки. Это арматурная сетка для... Я приклеивал пенопласт для армирования пенопласта. Ну и приблизительно сантиметров так 8-10 нужно полосочку отрезать до конца. Суть следующего этапа в том, чтобы... я, кстати, сузил немножко. Осталось у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 полосочек. Ну, приблизительно около там 6-7 сантиметров. Но суть этапа в том, чтобы вот так вот складывая, постараться один на другой полосочку, чтобы они тут не сужались, одна полосочка прямо на другом была. И так до самого конца укладываем. Ну вот так вот. Желательно, чтобы она так плотненько была, чтобы краска не залетала. А здесь скотчем замотать какую-то часть и внизу. Ну и вот так укладываем так, чтобы она ровненько, полоска на полоску. И тогда не будет, ну, будет казаться, что она сплошняком. Если какие-то разбежности будут, вот, допустим, так, ничего страшного, никто не заметит. Укладываем и заматываем и сверху, и снизу скотчем. Ну что же, теперь я уже начал красить, почему-то не включился запись, я думаю, снимаю. Ну вот таким образом, уже теперь черной краской потихонечку закрашиваем. Не очень сильно, потому что нужно, чтобы все-таки под полосочками там осталось белое. Не всегда в черный цвет. Тут вот я, смотрите, полностью черный. А здесь оно немножко пятнистое. Ну, пусть будет так. Будет не полоски белые и такие, и крапчатые. Тоже будет неплохо, как вот здесь, вот, допустим. Видите, в крапинку, а здесь полностью черное. Ну и нормально.
Вот так. Ну, если хотите полностью черное сделать, не вопрос. Теперь оставляем, чтобы она подсохла. И потом здесь немножко светловато надо добавить. После того, как подсохнет, можно будет снимать сетку и посмотрим, чем все закончилось. По сути дела, останется сделать только ручку. Ну что же, прошло время, можем уже снимать скотч и сетку. Снимаем для того, чтобы посмотреть, что у нас получилось. В принципе, ну вот такая ситуация. Неудобно одной рукой. Начну, наверное, с другой стороны. С конца. Ну вот как-то так. Вот так получилось. Такая палка. В принципе, выглядит, мне кажется, достойно. Не знаю, может быть, вот так вот как-то. Осталось доделать ручку. Делаем точно так же, как и здесь, термоусадкой, только поставим красного цвета. Ну и, собственно, потом опишу, как делать перчатку, темляк, так называемый. Покраска закончена. Теперь, в принципе, можно еще вскрыть лаком. Каким-то таким же бесцветным лаком. И тогда ну, будет немножко дополнительная защита от царапаний. И восстанавливать можно будет потом еще, если вдруг царапнулось, еще раз лаком скрыть. Ну вот как-то так. Приступаем к верхней части. Последняя часть. Ручка, она будет вот такая. Здесь, как я и говорил, можно по-разному. Разного диаметра, разной толщины может быть резина. Ну и вообще можно поступить по-разному. Сюда можно что-то мягкое подложить. То есть тут можно поиграться с различными материалами. Потому что по большей степени нагрузка будет не на ручку, а на темляк, на перчатку, которая привязана жестко. Палка тут чисто взяться тогда, когда вы ей почти не пользуетесь. А пока пользуетесь, она, в общем-то, нагрузка приходится не на саму ручку. Но это отдельная история, это правило техника уже ходьбы. Ну вот такая палка уже почти получилась. Ну что же, приступаем к последней части. Осталось нам подготовить верхнюю ручку. Она будет вот так вот, вот вперед срезана. Не, наоборот, вот, вот так здесь мы будем сверлить отверстие для темляка. Значит, закрываем вот это все некрасивое. Опять-таки термоусадочной трубкой, любого цвета. Тут уже вы сами выбираете. Я решил, что сверху будет красный. У меня есть и черное, и красное. Значит, это термоусадка 30-15, то есть она с 30, с диаметра 30, ужмется в 15. Ну, что, берем немножко с запасом, она завернется, получается чуть ниже вот так, и чуть ниже нижнего края. Отмеряем в длину, она не ужмется, ужмется только в ширину. Ну и все. Просто обрезаем. Натягиваем. Она свободно заходит. Все. И теперь просто обыкновенным феном
обыкновенным строительным планом. Думаю, что и это можно сделать над газовой печкой. Если у вас нет строительного фена, просто прогрейте над газовой печкой и будет так же. Так, берем. Собственно, вот и все. Ну что же, я отметил место, где я буду сверлить отверстие под то, чтобы затянуть фиксирующую веревку темляка. Вот такая лента. Взял сверло на 6 и сверлим здесь отверстие так, чтобы оно попала и в металлическую трубку. Тут металлическая трубка почти до конца, и поэтому алюминиевая трубка сверлится нормально. Ну и нужно так засверлиться, чтобы кроме того, что мы засовываем прямо, нужно еще немножко потом вот так вот скруглить края алюминия, чтобы не так сильно терлась лента. Ну, собственно, все. Теперь переходим к рассмотрению перчатки так называемого темляка. Сейчас покажу весь секрет. Хочу вам показать секрет, как сделать темляк. Значит, смотрите, просто берем вот так ленту, обворачиваем, и вот так, или давайте тут немножко я сделаю длиннее, обворачиваем и вот тут заканчиваем. Вот так. Не вот так вот, тогда здесь, если вот так сделаем, здесь вот такая, а вот так. Все, теперь смотрите, когда она зависает на палке, вот, придерживаю, когда она зависает на палке, она вот так плотно держит, обхватывает руку и нагрузка не на пальцы, потому что вы будете держать не пальцами руки, а оно просто вот здесь обхватывает. Смотрите. Ну вот и все. То есть получается, нужно вот так вот вам обмотать, отрезать. И вот так вот не ровно, вот под 90 градусов, а немножко вот так, тогда оно более лучше. И вот так вот зашить. Все. И готово. И в таком случае, если оно у вас вот так вот будет зашито, вы его можете вот так вытаскивать. Потом засунул и вот засунул, и уже готово. Я пошел немножко дальше и сделал ее разъемной. То есть для того, чтобы вот точно так же она, это правда левая, покажу на правой. Вот точно так же она пришита, видите? Но тут нужно сделать не просто вот так разрезать, а изначально немножко длиннее. С заходом это на жену, на женскую руку мне немножко надо шире. Вот так вот, чик, все, и уже готово. Ну и тогда можно регулировать натяжку. Ну, это делать не обязательно,
Можно обойтись без этого, а просто обратите внимание, да? То есть вот просто пришито. Ну а уже теперь для того, чтобы зацепить за палку, нужно вдоль прострочить такую жесткую ленту, которую потом заведем в отверстие. Чем мы и займемся? Смотрите, это было правое, показываю теперь на левое. Что мы сделаем? Возьмем опять-таки кусочек термоусадочной трубки. Зачем? Чтобы он у меня с 8 ужмется до 4 миллиметров. Для какой цели? Она сейчас ужмется и тогда будет защищать от того, чтобы проденем в это отверстие и не будет так вытираться об алюминиевую часть. Сжимаем здесь. Так, чтобы он засунул горячий. Я немножко переусердствовал и поплавил даже ленту. Теперь засовываем сюда. Значит, самая сложная задача — это придумать, как зафиксировать этот темляк здесь уже в палке. Я придумал такой способ с помощью бусинки это сделать. Засовываем, вытаскиваем. Вот так вот. Засовываем туда термоусадку, чтобы она нам не хочет залазить, термоусадочная трубка. Термоусадку это я придумал в последний момент. На правой термоусадки не было. Мне так показалось, что будет более надежно. Сейчас я ее туда засуну и продолжу видео. Итак, я ленту вместе с термоусадочной трубкой засунул сюда. Теперь лента уже будет по термоусадке ходить. Термоусадка хорошо плотно застряла. Нужно подобрать такую термоусадку, которая бы плотно застряла в вашем отверстии, которое вы просверлили здесь, помните, и резина, и алюминий. И по алюминию вот эта вот лента может протереться. А если термоусадки нет? Значит, подтягиваем ее туда и еще задеваем. Вот это такая бусинка. Она или в магазине для бус продается, или от старых бус можно. Или вообще какой-нибудь шарик, в котором вы просверливаете небольшое отверстие, лишь бы протянулось. Оно тут, сейчас скажу, около 2,5 миллиметров отверстия, лишь бы протянулась вот эта лента. Чтобы ее легче протянуть, вот так вот срезаете по длине, и тогда кончик пролазит, и чик, провернули. Ну и все, теперь бусинку до низа. А здесь привязываете бантик. Вот такой. Бантик с узелком до самого низа. Зачем бантик? Вы всегда сможете его развязать. Он тут не мешает. Можете и на узелок, не вопрос. Всегда можете бантик, если видно, он развяжется в случае чего. Узелок до самого низа. Также вы можете опустить ниже темляк, там перчатку немножко или поднять, или опустить, вы можете регулировать. Ну вот и все.
Палка готова, вместе с перчаткой. Повторяйте, это несложно. Самостоятельно можете. Теперь мы уже ходим с женой. Я бегаю, она ходит скандинавской ходьбой. Есть у нее проблема со спиной, ей порекомендовали именно это. Я больше люблю бегать. Ну, может быть, и тоже буду ходить скандинавской ходьбой. Но это дальше я для себя, когда сделаю палки. Ну, вот так. Подписывайтесь на канал. Вы сможете много интересного увидеть по самоделкам, по ремонту бытовой техники, по некоторым аксессуарам для дома. Увидимся на канале. Всего доброго.